Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И у нас с тобой задание дня, безумные правила. Давай посмотрим. В начале каждого хода все зомби-растения получают одну единицу урона. Но стратегическая колода бесячества, колода боли, как раз для этого и создана. Серьезно, что ли? Ну давай, я посмотрю. Так, и будем мы с тобой драться против морковки бета-каротин. Окей. Ага. Поехали, говорит, да? Ну, поехали. Что он? Опа! Зашибись, а нафига они тогда здесь нужны были? Чтобы получить урон? Или чтобы мне... А, ну ладно. Так, а что я могу сделать? Ну, поставить вот этого, наверное. Поехали. Что? Что он там делает? Блин, не увидел, не прочитал, ребят. Короче, карту какую-то получил он. Ладно. Эй-эй-эй-эй-эй, он же погибнет у меня сразу же, да? И этот погибнет. Ну а что тут сделаешь, ребят? Ну я не знаю. Вот как-то так приходится сопротивляться. Так, сейчас по одной единице урона получим, да? Судя по всему. Точно, так и есть. Что мне здесь сделать? Вот этого, что ли, поставить? Или лучше бочку влепить? Наверное, бочку я поставлю. Посмотрим. Опачки, камыш, ребята. Ну. Бабах. Да блин, что он творит, а? Слушай, по одной единице урона, да? Окей, я понял. Этот погибает. Слушай, а если мы... Нет, фигня получается. Тогда нам выгоднее вот так сделать. И... Получается вот так. Верно? Да иди ты, блин. Ты посмотри, что он творит, а? Ну, в принципе, этот погибнет. И вот этот тоже. Что, он решил, что ли, на этих... На бобовых сыграть? Тут на самом деле фигня получается. Он мне урон наносит, а я ему нет. Так. У меня появляется пират. А что ты делаешь? При использовании около зомби шаманства суперспособности. Ну давай. Опачки. Так, на ландшафте получает 1 плюс 1. У меня ландшафта пока нету. А я, наверное, вот так сделаю. Ну-ка посмотрим, что он будет делать. Опа! Не кисло ты, парень, тут устроился. На-ка, получи. Что такое, не понял я. Да-да, ребята, только так. И никак иначе. Отлично. Слушай, 10 хп мы ему оставили. Да, получаем по урону. Тут понятное дело. Слушай-ка, если я вот так поставлю? Посмотрим, что он будет делать. Опять ты за свое, а? Что же он там вытянул? Может, хватит уже, а, парень? Может, хорош, я тебе говорю? Точно, на своих бабах решил сыграть. Ну что же, его дело. Так, мы с тобой должны сейчас яйцо, в принципе, выбросить. Да. Этого убьют у меня, к сожалению, друзья мои. Так, по одной единичке урона сейчас еще получим. Опа, еще яйцо. Замечательно. Теперь я, кажется, допетриваю, что это за колода боли. Итак, кого он сейчас будет выпускать? Мне интересно знать. Разброс. О, как оно. А это кто у нас тут? Да что ж ты будешь делать? Так, а тут? Кошатница. Так, ну этот мы с тобой забомбим, это понятное дело. А вот тут я сделаю, наверное... А я ничего здесь особого не сделаю, да? Вот так вот можно.
Ну как вариант. По крайней мере, он будет жить. У него 3-2. Поехали. Вот тут, конечно, все плохо. 5 хп всего лишь остается. 5. Так, что бы нам с тобой тут замутить? Давай так, наверное, сделаем. Посмотрим, что он будет тут сейчас делать. У него всего лишь 5 единиц здоровья. Я не понимаю, зачем нам тут кошатница нужна. Ой-ой-ой. Хотя подожди. Да но. 4-3. Слушай, парень, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Погнали. Слушай, а тут же, по-моему, кто-то у нас будет, да? По-моему, Гаргантюа. Вот. Вот это уже по-нашему. По-настоящему, да, как говорится. Ну что, 2 единички хп. Этот погибнет. Этот погиб. Хм. Ну а что, если мы с тобой вот так вот сделаем? Так, и ко всему... Блин, он, наверное... Хотелось бы, конечно, причинить урон, чтобы у нас вышел еще один Гаргантюа, но не получится. Единственное, что я могу сделать, это вот так. Смотрим. Смотрим, что он будет делать. Этот бета-каротин. Ага, он делает заморозку. И уничтожает, ты прикинь? Вот так вот, ребята, он вытворяет. Ну что, будем вызывать? Давай вызовем. Хотя бы прикроемся с тобой, да? Вот этот вот чудика. Поехали. Так. Ага. Этого... Ну, мы убить не сможем, но он на следующем ходу, естественно, ребят, получит урон. Что он тут делает? Кого он смещает? Куда? Этого, что ли? А, вот так вот. Ну, по одной единице урона мы все получаем. Погибает у меня этот. Так, здесь этот погибает. Слушай, как вариант могу только вот такое предложить. Да? Поехали. Давай-давай, бросай Гаргантюаху. Ух. Слушай-ка, солидно. Очень солидно, ребята. Ну, посмотрим, что он будет делать. Ага, вот тут, значит, да? Тогда мы делаем с тобой вот так вот. Это кровожадность, это прочерк. И ты прекрасно понимаешь, что сейчас будет. Это будет победа абсолютная. Смотри. Сейчас мой Гаргантюа прокачается. И на-ка. Ну вот, ребятушки, и победа за нами. Это удачно нам выпал, да? Такой Гаргантюа. Ух ты. Разыграйте 2 зомби из надгробий. Так, нанесите 20 единиц урона супермозгом. Надо будет это сделать. Супермозгом. И отбросите карту. Ух ты. Бесечество. Еще и здесь 10 гемов зарабатываем. Отлично. Вау. Так, что там следующее задание? Уничтожьте 5 растений при помощи способности кровожадность. Окей. Так, ну я хотел, знаешь, что еще? Поиграть сегодня за розу. Потому что, так... 2 зомби из надгробия, отбросить карту. Так, супермозг, супермозг. Как тебе сказать? Ну, ты знаешь, я за него, ребята, практически играть не умею. Колода вроде бы как бы и нормальная, и в то же время фейлимся мы с тобой за супермозга. Ладно, давай возьмем. Где у нас тут супермозг? Вот он, профессор. Может быть, изменить что-то? Да что ему тут изменить? Вот скажи мне на милость. Как бы и нечего менять. Вот это зачем мне нужен? Я что-то вообще не понимаю. Уберем его отсюда. Так. Ну а в остальном, в принципе, как бы все вполне меня устраивает. Тогда давай сделаем с тобой добор.
Кого бы тут взять-то нам, а? Подарки не хочу. Мне кажется, надо взять что-то из ландшафта, да? Или же... Да блин, да фиг его знает. Бонусная атака есть. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой вот этого. Добавить. Все. Ну, поехали. Что-нибудь, да, попытаемся. Нам нужно нанести 20 единиц урона, именно играя за супермозг. Подожди, супермозг. Ну да. Я уже что-то попутал супермозг с этим. Подожди, а точно нам за него надо? Я ничего не путаю, друзья мои, а? Так, поехали. Против нас, короче, зеленая тень. Ну что, будем ставить? Давайте поставим. Все равно от них толку здесь никакого нету. Ну, 2 единички урона мы нанесем, окей. Так, дальше мы, наверное, с тобой поставим ниндзю. Но. Так. Вот, значит, что он решил сделать. Неужели у него колода на заморозках? А? Что, уничтожишь 2 зомбарей мне сразу же, нет? Нет, не стал тратиться. Окей. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Какую карту нам вытянут? Ох, елки-палки. Ребята, это такая редкость, когда зомбобот тебе выпадает. Ух. Это серьезная заявка. Это серьезная заявочка. Что будем делать? Давай, наверное, так вот. Уничтожи... Оу, ну я так и думал, ребятушки. Я так и думал. Сколько-то нам дашь энергии? 2. Ну, я не знаю, давай так вот, наверное, сделаем. Так, минус шитик. Блин, он же сейчас будет что делать? Он будет, ребята, чудить. Он будет, друзья мои, чудить. Он будет замораживать их, конечно же. Что он еще может сделать? Начинает сейчас свои капельки тратить. Ох, даже вот так вот. Ну, теперь посмотрим, кто у нас появляется здесь. Куда под танцовщика поставить? Ну, давай сюда. У него еще 100% есть арбузы, поверь мне. У него будут арбузы. Понеслась, короче. 5 в лицо, да? Точнее, горошина по центру, нет? Не стал почему-то он тратить. Ну, ладно. Окей. Так, что дальше? Я, ребят, не знаю, что дальше. Так, при получении урона размещает морячка. Посмотрим. Будет заморозка и опять... Ну, я же так и думал, ребят. Пускай замораживает. Мне бы дожить до зомбобота, а там уже, сам понимаешь, да? Все будет четенько. А этого... А, он не бросает. Вот оно как. Он не бросил. И это плохо. Так, ну что, ребятушки, давайте выставлять этого. Ну и, наверное, заморозка надгробия будет? Будет. Точно будет? Точно будет. Сейчас будет пускай тратить. Ага, вот так он решил сделать. Заморозочка, понятно. Типа прокачка. Кто у нас тут появляется? С прочерком. Он еще делает заморозку. Окей. Так, мы сейчас с тобой наполучаем тут, конечно, 9 единиц урона. Мощно. Так, ну что? 3 единицы урона, да, наносим с тобой? Окей. Сделаем с тобой следующее.
Так. 3 единицы, да, урона он наносит? 3 единицы урона он наносит. Давай вот так, наверное, сделаем. Да и пока все. Ага, под зомбобота. Ой, как великолепненько это все, ты посмотри. Просто... Блин, я совсем забыл, что он так вот делает. Ё-моё. Он же сразу уничтожает. Ладно. Минус один. Так, защита сработает? Сработает. Прикроемся с тобой вот здесь. Так, ну не забывай, что у него опять же может быть, ребята, заморозка и все тому подобное. Так что зомбобота сейчас выкидываем, он его 100% будет замораживать. И опять же вот этой грушей бомбить, поверь мне. Ну что, понеслась? Так, смотрим, что он там дальше будет делать. Заморозка, я тебе 100% говорю, у него будет. Вот, видишь? А, даже арбуз у него здесь. Ну и замораживает, естественно. Куда же без этого? Так, наносит мне сколько тут? 3, 3, 6, 6 единиц урона. Мы еще будем жить. Вот насчет защиты я не знаю, сработает она или нет. Так, теперь, короче, делаем с тобой вот так. Плюс вот так. И плюс ко всему... Да пока никак. Рикошет случайного зомби. Ага. Вот что он вытворяет. Плюс 2. Зачем он это делает, я не знаю, ребята. Ага, теперь понял. Выживем, нет? Выжили, отлично. Понеслась. Ох ты. Ну тут понятно, да? Так, 7 единиц урона. Ну что, зомбобот, естественно, ребята. Вот так вот и... Вот так вот. Посмотрим. Че, у него заморозка? Нет, ребята, у него не заморозка. Ха-ха. Так. Я боюсь, что банан вот сюда упадет. И нанесет урон мне. А он выпадет, иди и... Да. 2 единички урона мы все-таки с тобой получим. Так, ну что же. Давай подумаем с тобой. Так, ну, во-первых, вот это вот сделаем. Это раз. Так, 12 энергии. Так, 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 так. 12 энергии. Сюда поставим. Так, при использовании сверху. Ну и, наверное, вот так вот. Плюс вот таким вот образом. Смотрим, друзья мои. Что там он сейчас делает? Я не знаю. Он взял светильник. Плюс ягодки, да? Окей. И еще энергия у него есть. 4 штуки, правда, одна карта. Все, ребята. Все. Я вспомнил, что он может сделать. Друзья мои, он может применить горошину, которая бьет по центру. Ты понимаешь? По центру. Вот в чем подвох. Он сейчас ей воспользуется. Поверь мне. У него больше нет варианта. Он бомбанет. Так, он сохранил. А знаешь, зачем он сохранил? Не знаешь? Сейчас я попробую. Опа. Опачки. А вот тут все, ребята. Тут уже, по-моему, ему ничего не поможет. Ты спросишь, почему? Почему?
Смотри внимательно. Хотя я лучше, наверное, сделаю все-таки вот так вот. Раз. Теперь смотри, я делаю вот так. Две энергии, как ты видишь, у меня остается. И я сделаю вот так. Смотри внимательно. Сейчас он будет рикошет сделал, да? Вот этого. А, даже вот так. О, нет, 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 ну как так? Ну почему у него рикошет? Он, ребята, меня опередил в моем плане. Ну ты понял, что я хотел сделать? Через бонусную атаку его пробомбить. А у него, оказывается, прикинь, рикошет в руке оказался. Так, ну что же. Подожди-ка, супер... Тьфу ты. Ребята, там же мозг-атака, профессор. Супермозг — это совсем другой чувак. Это же как надо было так спутать-то, а? Это же не этот. Вот у нас супермозг. Ой, Рэй, ну ты дудлик, а. Ну как ты мог? Но зато, по крайней мере, мы с тобой получили 10 гемов за то, что призвали сколько-то там зомбиков из надгробий. Ладно. Я офигею. Но я тебе еще раз говорю, за того чудика я не могу, ребята, играть. У меня не получается за этого профессора дринкать. Так, ну что, будем здесь пытаться. Слушай, вот как я вижу зеленую тень, сразу почему-то думаю, что это будет опять же на заморозках все закручено. Ага, вот так даже. Уверенно чувак играет, да? А мне-то что сейчас делать? А мне-то делать нечего. Я могу, конечно, вот так вот сделать. Поменять шило на мыло. Оу. Слушай, неплохая карта, между прочим. Очень хорошая. Так, что он там для эволюции что-то делает, ребят? Я вот так вот сделаю. Так, ну что, мы там с тобой, наверное, вот этого антигероя поставим, да? Именно здесь. Поехали. Опа, ну я так и думал, ребята. Начинается, короче, вот это вот заморозки, блин, и всякая прочая дребудень. Трындец, короче. Он еще прокачает его сейчас. Хотя, как прокачать, если ты уничтожил мне сундук? С какого, блин, перепуга прокачка еще работает, а? Ладно, че? Че мы здесь сделаем с тобой? Да вот так вот сделаем. Сейчас заморозку, да, надгробие сделает. А, вот как даже. Хрен с тобой. Давай уничтожать его. Никаких тут не должно быть у нас подснежников. Вот единственное, что я ландшафт не смогу ему тут заменить. А он, наверное, кого-то там с прочерком приготовил, да? Хм, 100%. 100% там чудик с прочерком будет. Давай-ка я вот так вот сделаю. Норма. Так, пропускаем ход. Ага. Вот, начинается, ребята, начинается. Но ведь мы с тобой не глупыши, верно? Мы же с тобой не глупыши. И что я сделал? Что я сделал сейчас, скажи-ка мне на милость. Ерунду. Опа. Так, погоди-ка. Давай, наверное, вот так вот все-таки с тобой замутим. И вот так. Посмотрим. Арбузик. Так, у нас получается сколько? Всего лишь две энергии. А мне и поставить-то никого. У меня нет энергии, ребят. Точнее, способности. Так, что у него там еще? В общем, мы сейчас с тобой получим по полной программе, я тебе скажу. Он еще делает рикошет. Ты прикинь, как у него все удачно-то получается. Берем с тобой карты. Ага. Вот так вот у него все срабатывает, как ты видишь. Вот что ты мне прикажешь здесь сделать? Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так.
Ну и вот так. А там уже посмотрим, кого, куда он там влепит. Сюда выставляет, ты посмотри, а. Угу. Так, так. И вот так, поехали. Понял. Естественно, карту забирает. Этого минусуем. Правда, этот погибнет у меня. Он еще карту вытягивает. Да пошел ты, блин, а. Так, друзья мои, тут я не знаю даже, что и сделать нам. Давай сделаем вот так. Ну и вот так. Слушай, может, хорош уже, а? Со своими тут заморозками. Замораживаем, да? Этот бомбит. Слушай, неужели нам крышка тут? Че он там добавляет волшебный росток? И этот еще дает атаку. Мы сможем что с тобой? Переместить зомби, да? И атаковать. Только так, если. Если он сейчас что-нибудь не примет, конечно. Заморозка. Этого что ли? М-да. Плюс еще две энергии. Три. Тю-тю-тю-тю. Получаем плюс одну всего лишь атаку. Ну и что, мне вот этого убирать или вот этого? Я даже не знаю, ребят. Что тот опасен, что этот опасен. Давай вот так вот сделаем. Интересно, мы получим с тобой урон? Наверное, получим. Ну, я имею в виду смертельный. Да. Броня не спасла. Блин, на заморозках плюс с этим с шимшитом. Я все время забываю, что есть такая карта. Так, нанесите. Ага. Нанесем. Последний, ребята, у нас с тобой бой. И потом пойдем за розу, как я и хотел играть сегодня. Это мы делаем чисто с тобой для того, чтобы получить вот эти вот 30 гемов. Так, кто там у нас? Картошечка, да? Ну давай, картошка, так картошка. Интересно, а действительно, вот кто может сразиться против заморозки, а? Какая колода эффективна? Я вот лично, например, не знаю. Как вообще можно контрить эту колоду? Так, картошка, ну давай быстрее. У меня еще столько дел. Только не говори, что ты завис или вылетел. Я не знаю, что там с тобой. Мне же нужно нанести урон. Отлично, все, ожил, ожил парень. Поехали. Ну что, он будет, наверное, картофельные свои мины расставлять, мне кажется. Будешь, нет? Слушай, что-то он долго соображает. У меня кофе стынет, елки-палки. Я хочу глоток кофе сделать, а он мне не дает. Меня держит, да, типа в этом. Думай, вылетел я или нет. Ладно, пускай соображает 3 часа. Я ненавижу, ребята, вот таких вот персонажей, которые сидят по 3 часа и думают. Что ты там думаешь? У тебя всего лишь 5 карт. Выкинуть одну из них. Понятно, короче. Ладно, ребят, с вашего позволения, глоточек сделаю все-таки. Хорошо бодрит. Понятно, короче. Сдулся парнишка, вылетел. Да сразу было видно по первому ходу. Он, наверное, еле успел зайти в игру. И ох. Если он так и дальше будет, то это будет финиш, ребята. Я этот бой тогда вырежу, скорее всего. Если он так вот будет тупить. Ну, ты понимаешь, да, что мне ничего не поставить против него в данный момент. Потому что энергии мало. Да, по ходу дела этот бой, ребят, мне придется вырезать. Тугодум мне достался какой-то, к сожалению. Да неужели, друзья мои, он активировался, начал что-то тут вытворять. Смотри-ка, проснулся, ё-моё. Так, окей. Так, охотничьи угодья мы с собой разместим, наверное, вот здесь же.
Так, понеслась, короче. Так, вытаскиваем с тобой карту. Так, эти получают по одной единичке урона. Минус один. Надеюсь, он не передумает. Так. Выставляем с тобой вот этого. Смотрим, что он дальше будет делать. Опа. Виноградинку достал. Или ежевику. О, как ты удачно попала-то. Меняет на спор грибные. Ты думаешь, это тебе что-то даст? Хотя, если у тебя там куча грибов, он, наверное, и ждал вот этой вот, да? На-ка. Нам пока с тобой заменить не на что, да, получается? К сожалению. Так, ну мы с тобой сделаем следующим ходом. Так. Ой, не могу. Тоже. Подожди, подожди, подожди. Давай вот так вот сделаем. О, нормуль. Так, грибочки будет, наверное, сейчас выращивать. А потом хочет, наверное, их... А потом он захочет их, наверное, в эти, в ананасы, да? Переделать. Мне почему-то кажется, что именно так все будет. Ну ладно. О, парень, тебе... Вот ты как сделал, да? Но здесь только один грибок может у тебя появиться. Все. Ага, вот так вот сделал. Ну что, друзья мои, нет, не буду я пока вот это тратить. Поехали. Но тут ничего не поделаешь, тут тоже. Отлично. Так, что дальше мы с тобой сделаем? Угу. Вот что у нас с тобой есть. Ну, а если, к примеру, я сделаю вот так, а здесь я сделаю вот так, что ты будешь на это говорить? Ананасы свои, да, выращивать? Ну, не выращивать, а. Воу, воу, вот он что сделал, ребят. Дождался, да? Ну, я тебе скажу, полная чушь у него тут выпала. Ну, сюда грибочек еще максимум ты сделаешь. Все растения получили. Ладно, предположим. Вот так вот ты сделал, да? Молодец. А мы с тобой вот так вот возьмем. Опа. Ну и как тебе? Нормуль? Такой, да, ребят, фейл, короче. Причем полный. Выжидал, да выжидался. Так, ребят, едем дальше. Ну почему сюда-то, а? Так, значит, здесь он будет опять свои грибы высаживать. Это я тебе точно говорю. Поэтому сделаем с тобой вот так. И плюс ко всему сделаем вот так. Давай, энергию мне, окей. Ну и плюс ко всему сделаем вот так. Ну что, давай свои грибы высаживай. Грибник хренов. О, напугал, ё-моё. Молодец. Молодец. Не смеши ты хоть меня, ну господи, но... Ты запоздал, парень, вот с этим делом. Просто запоздал. Так, выберите, который нанесет бонусную атаку. Вот этот пускай нанесет бонусную атаку, да? Погнали. Так, в кого молния прилетит? В этого, окей. Так, этот сгорит, а этот нанесет единичку урона. Ну что, друзья мои, ну вы сами видите, да? Шансов-то на победу все меньше, меньше, меньше и меньше. Тоже мне... В начале пол игры, ребята, он мне мозг выносил. Он не хотел выставлять. Он всегда выставлял, когда у него уже красная моргала. Я терпел. Я вытерпел. Ну что, парень, вот и все. Твой грибок тебе здесь не поможет. Можешь не радоваться. Погнали. Минус. Минус. Ну и этот гриб тоже, конечно же, ребята. Ай-яй-яй, подожди. Что он там может сделать? Так, перемещает растение, которое получает плюс 4. Тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Че? Все, сдался. Вот это надо было делать с самого начала. А не мозги мне выносить. Я серьезно, ребят, говорю, он выносил по чернаку.
Так, ну что же, мы с тобой здесь прошли. Я надеюсь, мы нанесли атаку, сколько нам нужно там было. Да, получаем еще с тобой 10 гелов. Ну что, а теперь давай переходить на Розу. Во-первых, нам нужно с тобой сделать какую-нибудь колоду. Ой, подожди, не то. Вот, создать колоду. Роза, так, давай смотреть. Можно на заморозках сыграть. В принципе, да? Сколько мне тут? 2 перца. Эти есть. А который могилы замораживает, есть у меня? Нету, да? Хм, а, вот этот. Ну давай попробуем, ребят, я не уверен. Я в первый раз. Если и буду сейчас играть, то... Так, а сколько у меня с тобой этих-то? Где он? Так, добавляем всех, да? А, плюс сюда вот этих всех тоже, да, нужно, видимо, добавлять. 4 по максималке это можно взять. Так, дальше кто нам здесь пригодится, я даже не знаю. Давай возьмем на всякий случай вот этого вот. А у меня нету арбуза, который делает заморозку, ребят. Ладно, 100% у него будут здесь надгробия. У любого зомби они должны быть, поэтому возьмем с тобой еще что? Могилоедов, вот, вот это вот только если. Блин, ну опять же риски. Да, друзья мои, обычные риски. Так, возьмем с тобой вот этого. Так, это против бонусных атак, если такие будут вообще. Слушай, как-то вот мало карт для Розы. Вот серьезно тебе говорю, мало карт. Вот эту вот я могу сделать? Создать. А вот этого? Сколько ты стоишь? Вот этого могу сделать, ребята. Давай создадим. А что-нибудь еще такое есть у тебя? Замораживающее. Вот этот вот патиссон, конечно, крутой, ребят. Он хоть 4000. А ты сколько, наверное, не меньше. Оу, а что так мало-то? Атакует здесь и поблизости. Эволюция получает плюс 2. Слушай, а может быть мне его создать? 2 желудя. Вот этот прикольный, да, ребята, алоэ. Так, сколько там? 1000? У меня уже, по-моему, не хватит, да, ребят? Я потратился. Да. Но, тем не менее, я, ребят, опять же говорю, я делаю... Да подожди ты, я делаю солянку. У меня нету ординарных каких-то вот колод. Блин, а звездочка сколько стоит? Наверное, да, 4000. А вот это сколько? Вот этот ландшафт. 1000. Слушай, а у меня много дублей должно быть, поэтому можно будет немножко бомбануть. Да тут все классно. Вот у нас арбуз этот. Замораживающий 4000 стоит, не кисло. Но я тебе скажу одно. Скорее всего, с такой колодой будет фейл, который у меня. Возьму этот арбуз. Не знаю, возьмем вот так вот, сделаем с тобой. Я не знаю, зачем он, интересно, вот в тот раз брал. Так, вот этих вот тоже возьмем с тобой. На воду. Так. 6 стоит, ты прикинь. Да ну как-то чушь. Какая-то не колода. Фигня у меня получается, если честно. Ну что это такое? Он брал добор карт. У меня нет такого ландшафта с добором карт. У меня есть только хил. У меня есть груша, по-моему, да? Двойная, которая. Можно вот этого взять. Короче, ребята, сделаем с вами просто пробный забег. Ну, ты сам видишь, я не знаю, может быть, ты какую-то колоду можешь посоветовать мне. Возьму здесь авокадо. Возьму здесь грушу. И вот так. Ну, давай вот этого возьму, фиг с ним, так уж и быть. Вроде бы как всего много и в то же время мало. Попробуем. Ой, чувствую, сейчас нас как тут... вздрючат по полной программе.
Тут получилась колода... О, одинакового ранга. Тут получилась колода и не заморозка, и не отхилка. Тут фиг поймешь, что... Черт, ты ногу сломаешь. Ну, давай сделаем... Блин, ну... За розу я не играл ни разу, потому что я ее в прошлой серии только лишь получил. Так. Это сколько? На, минус 2, минус 2. Убираем его отсюда. Норм. Так, дальше что у нас? Ага. Что, будем выставлять? Будем. А что нам терять? Будем, конечно. Так, зомби-астронавта. Вот так вот. Мы его заморозим, по крайней мере. Так, дальше. Ага. Стоит ли тратиться пока? Не стоит, ребят. Пока я ничего делать здесь не буду. И он тоже ничего не стал ставить. Интересно. Что-то он мудрит, ребята, здесь. Что-то он мудрит. Давайте вот так сделаем. Что, будет уничтожать меня или как? Опа. Вот так вот, ребята. Угу. Кто там у тебя, интересно? Я не знаю, ребят, кто. Сейчас увидим. Нет, не сейчас. Давай-ка я вот так вот сделаю. Опа-на, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял, а я понял. Вот что тебе есть, да? Чухан испугался. Так, 4 карты, отлично пока, я тебе скажу. Очень даже неплохо. То, что он там делает, это... А почему я 2 этих-то взял? Непонятно пока. Короче, делаем с тобой следующим ходиком. Нет. Слушай, или да? Сделаем так с тобой, да? Ну и вот так. Опачки. Так, погнали. Что он там сейчас будет чудить, я не знаю. А наносит 2 единицы растения всем. Предположим. Что дальше? Че он там превращает зомби? Во что, я не понял я, ну-ка. Превращает зомби отсюда, так, случайно, который стоит на 1 дороже. Все, я тебя понял. Я тебе... Блин, да нафига я столько этих-то набрал, эй! Друзья мои, я не могу понять, нафига мне столько вот этих вот охламонов? Не пойму. Ты смотри, что творит, а? Где мои все заморозки? Я не врублюсь вроде. Ага, авокадо. Ну, я не знаю, можно вот сюда, конечно, влепить его. Только если в этом смысл. Сейчас мы можем с тобой сделать... Ага. Так. Опа, уничтожает, да? Смотри, что делает. Пока нету смысла, ребята, абсолютно ничего делать. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Что там? А, уничтожает зомби. Ну ладно. По крайней мере, этот уже будет обычным. Где мои все заморозки? Я не вижу. У меня этот... Наконец-то. Это хорошо, ребята. Давай, давай, там перемещайся куда ты хочешь. Все. Наконец-то у меня, ребят, хоть что-то выпало путнее. Сейчас ставим этого, замораживаем этого чувачка, убиваем сразу же, да? Получается 5.
Слушай, он тут надгрубие вообще не применил. Ага, вот надгрубие применил. Наконец-то, ребят. Так, ну что, делаем с тобой следующим образом. Пошел отсюда. Так, этого тоже убираем. Угу. И ставим вот так. Что там у тебя за заклинах есть? Объясни-ка мне, пожалуйста. Размещает двух подтанцовщиков на случайных линиях. И посмотри, и вот сюда выпадает, а? Специально, что ли, блин? Ну-ка, давай вот этого, наверное. Тю, нормуль. Так, едем дальше. Хм. Кого он будет выставлять? Давай посмотрим. У нас есть еще с тобой одна капелька заморозки. Одна капелька заморозки. Ага. Вот так он делает, да? Ну, и дальше что? Ага. Я тебя понял. Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Слушай, наверное, мы с тобой еще вот так вот сделаем. Пошел сюда. Поехали. Ой, надо же, кто у тебя тут появился? Ты посмотри-ка. Карту добираешь, да, гаденыш? Добор карт наделал, да, себе? Окей. Так. Две груши. Две груши. Так, достал он своим этим хмырем. Просто одолел. Я знаю, что... Ага, вот так вот. И лаборант еще. Только не говори, что у тебя здесь лаборант. Хоба, ты понял, что он сделал? Команда. Вперед. Я что-то не понял, а где команда? А команды не будет сегодня, да? Давай-ка тебя уберем отсюда. Поехали. Блин. Да. Ребята, из команды нам нужно убрать вот этот вот. Так, ну здесь хорошо. Ой. Ой-о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 й. Ну как так, ребята, ну? Блин, могильники не выпадают мне. Ну что тут он налепил? Заморозка же будет работать или нет? Я вот не помню. По-моему, будет. Пошел сюда. Так, дальше мы с тобой что сможем сделать? Ну, давай я вот сюда поставлю. И вот сюда. Просто хочу посмотреть, кто тут будет. Ага. О, как даже. Так, интересно посмотреть, что у тебя там. Ничего, да, не стал делать. Минус. Так, этого уничтожаем. Тю. А с картами-то у меня беда. Опа. Мне вот этого не спасти никак. Никак его не спасти, ребята, к сожалению. Да ты запарил уже, а? Ты посмотри. Ну куда вот мне его ставить? Сюда, что ли? Нету смысла, ребята. Поехали. Окей. Так, здесь вылупляем. Здесь погибаем. И здесь тоже обмениваемся. Так, ну что? Даже если мы пробьем его, да? Даже если мы его пробьем. Так, уходи отсюда. Вот так вот. Тут надгробие. Ага, и этот вылез. Поехали. Кто нам тут выпадет? Опа. Немножко не тот, кто нужен, но все-таки.
Так, при спрыгнуть получает один пункт за каждое разделение с способностью амфибии. А у меня таких и нету здесь. У меня таких здесь и нету. Давай вот так вот сделаем. Да, друзья мои, какая-то солянка, но фиговая получилась у нас команда с тобой за розу. Ты сам видишь, да, что тут вышло? Что он там еще получил? Создаю случайного зомби. Я теперь понял, что я еще, ребята, забыл сделать. Знаешь что? Забыл взять карты с ландшафтом. Ну все, здесь сдаемся с тобой. Что тут делать нам? Ты понимаешь, да, что он ничего здесь не сможет поставить. Ну и, соответственно, мы фейлимся, потому что по нам сейчас будет очень много дамага. А у меня вот это вот... Вот, видишь, что делает? Ну и что? Ну в козла мы превратим с тобой. Вот этого. Так все равно нам крышка, ребят. Изначально не могла выпасть вот эта вот карта? Идиотская. У меня выпала только лишь одна карта всего лишь. Это минус 2, минус 2. Все. Больше ничего. Так, что мы тут с тобой что-то... Сыграли, получили непонятно чего. Давай посмотрим, что мы можем с тобой здесь поменять. Ландшафта, да, нам не хватало? А у нее вообще ландшафт-то есть? Да, ребята. У нее ни одной карты с ландшафтом нет, ты прикинь? Просто ни одной. Не, ребят, я пока за нее играть не хочу, потому что, ну, нет карт. Элементарно нет карт для нее. Так что мы с тобой сейчас будем играть за кого-нибудь другого. Ну, давай сыграем, например, за Капитана Огонька. Мы давно за него не играли. Давай-ка попробуем. В общем, Роза хороша только в том случае, когда у нее есть карты. Извини меня, если даже я не смогу поменять ландшафт, как я должен здесь играть, согласись. Так, а за Капитана Огонька я даже не посмотрел, какая у нас там с тобой колода. Опять же моя ошибка. Так, ранг 21 против меня выступает. Ну, давай посмотрим. Все, я, кажется, вспомнил. Твою ж дивизию, вспомнил. Ой! Ну, ладно, давай хотя бы так сыграем. Да, это будет круто и люто одновременно. Зачем вот эта свекла мне? Что она делает? Так, 1-1 за каждое другое растение зомби. Ага. Диджей свекла. А этот наносит бонусную атаку. Ну давай, блин, ну. Наконец-то, созрел. А мы вот так вот сделаем. Так, он тоже, по-моему, прокачается, да? Нет. Мы его просто накажем, да и все. Только не говори, что у тебя есть заклинание за ноль. Такого быть не может. Да ладно. Он, наверное, подумал, что у меня, ребята, на бобовых колода. Хотя у пенька вроде бы нет бобовых. Я имею в виду колоды за бобовых. Он, по-моему, не предназначен для этого. Ладно, не имеет значения. За Капитана Огонька мы с тобой все равно сыграем партию. Это не в счет, ребят. Так, здесь мне дали секс-мага какого-то 20 ранга. Ё-моё, что это у меня такое? Что это за... Лютость-то. Ну-ка. Что-то я не помню такую колоду у себя, друзья. Курочка. Ряба. На-ка, выкуси. Так, ну что, а будем выставлять с тобой? Я думаю, что не стоит. Верно? Ага, дурачок. С кукушкой. Дурачок с кукушкой. Твою ж налево. Да ладно, давай, поехали. Обменяемся, так сказать, да? Норм. Так, двигаемся дальше. Ага. Зомби-танцор.
Ну, предположим. Предположим, ребятушки. Так, смотрим. Сейчас танцовщицу свою будет вызывать сюда, да? Я так понимаю. А, ты хочешь, чтобы прокачался мой? Угу, спасибо тебе большое. Так, на тебе еще. Так, что он будет дальше делать? С прочерком поставил, да? Красавчик. Естественно, этот идет на прокачку, ребята. А у нас с вами удвоение атаки. Но я вот сделаю вот так. Поехали. Что он там? Ага, кровожадность на всех ставит. Ради бога. Да, жалко, конечно, что эти погибли. Слушай, вот с этим надо что-то делать. Клевер поставим с тобой, да? Нет. А, этого можно не бояться, ребят. Давай-ка я гляну, что нам с тобой здесь выпадет. 3, да? Получается 4-5. Окей. Рикошет. Даже так. Погнали. Ну и что? Все, приплыл парень. Две карты у тебя, что ты там сделаешь-то? Ха, добор делает, ребят, добор. Ну, на этом, по-моему, добор у него зак... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что, парень, успокойся. Зачем ты так делаешь-то, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну, давай сделаем с тобой вот так вот. Фиг с ним. Так, плюс можно, в принципе, вот этого бомбануть. Че, бомбим его? Да зачем? Не будем. Поехали. Ну что ты там хакаешь-то? На. Почему на него не действуют, ребята? Я не могу понять. А? Объясни-ка мне. Опа. Давай-ка вот этого шлепнем. Так, теперь сделаем вот таким образом. Поехали. Что там у тебя, кровожадность? Наносит 2 единицы урона. Ради бога. Что ты там двух дурачков своих размещаешь? Ну давай. Все. Так, защитушка. И у нас тут с тобой бонусную атаку. Давай влупим бонусную атаку. Ну и что? Приплыл ты, парень, по ходу дела, да, я так понимаю? Ты серьезно? Ты, блин, си... Может, вот так вот сделать, а, ребят? Погнали. Раз, два, с... Да и три с... Крышка, короче, мой, ребят. Пенек не подвел, как ты видишь. Пенек отлично сработал. Так что, ребятушки, 2 звездочки. А, тут же... Не, 2, все правильно. Так, ну что, давай попробуем еще разочек с тобой победить. И мы перейдем на следующий ранг. Только играть мы будем, наверное, с тобой сейчас. Стоп, подожди-ка. Давай за картошку. Давно мы не играли. Давно не играли, поэтому стоит поиграть. 20-й ранг против меня. И здесь танцующая сальса, да? А, заразительная, елки-палки. Какая танцующая, ну... Рэй, как ляпнешь, елки-палки, хоть стой, хоть падай. Ну, давай вот... Так, я не знаю, тут, скорее всего, будет, да, кто-нибудь? Ладно, меняем вот этого. Зашибись, поменял. Ландшафт, все. Годится, ребята. Так вот меня устраивает. На ландшафте у нас фонарь получает 1+1. Плюс у нас есть твой перемещение.
Двух танцоров, да? Вот жучеры. Ладно, предположим. 2 единицы урона ты мне нанес. Радуйся этому, парень. Нет, 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 нет. Ниндзя здесь не будет. Это уже слишком. Это перебор, парень. С ниндзей ты немножко погорячился, согласись. Так, опять 2 в лицо, да? Упс. Ну это для наших растений идет. Блин, кукуруза. Но она 8 энергии стоит. Будешь менять ландшафт или нет? Я знаю, что он тебе поперек горла стоит. О, как сделал, да? А мы с тобой тогда сделаем вот так. Угу. Нанесет 1 единичку урона фонарю. Понятное дело, ребят. Кому еще тут наносить? Так, ну что. 2 в лицо. И еще 1 в лицо получим. Угу. Крокодилушка выпал мне. А, смотри, что делает. Зря, бро. Очень зря. Поехали. Значит, у тебя есть чувачок, да, с эволюцией? Я буду знать это. На-ка. Так, 5 энергии, да? Вампиреныш, дракулита. Эх, хотелось бы да никак, да, ребятушки? Хотелось бы да никак. Ладно. Кто у него там спрятался, я пока, ребят, вообще не знаю. Кто? Да ты серьезно, что ли? Ты прикинь? Вот это ему фартануло, ребята. Вот это он угадал. А мы-то с тобой выживем здесь? Так, этого надо валить. Хорош уже. Смотри, кого он сейчас будет выставлять? У нас 6. У него преимущество по картам именно на поле. Чё-то ничего не стал делать, как ни странно. Ну, давай, наверное, сделаем, что попытаемся сделать с тобой вот так. И вот так. И, наверное, еще вот так вот есть только. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я все потратил. Он только может применять сейчас заклинание. -1, -1 делает. Дальше что там? Ну, это ерунда, ребят. Единственное, что он, наверное, хочет прокачаться. Но это вряд ли у тебя получится. Он получит, конечно, сейчас там сколько? Смотри, 5-4, да? И все. Смотри, что с тумой мы сделаем. Так. Ну-ка. Нормуль? Нормуль. Давай смотреть. У него только заклинания остались. Уничтожает растение. Ну и все, на этом, парень, ты доигрался, по ходу дела. Если у тебя там еще одна фортепиано или кто-нибудь в этом роде. Вот так как, да? Ну давай вот так вот сделаем. Другого варианта нету, ребята. Смотри-ка, у нас тут по атаке-то плохо все. Ну ладно, посмотрим, что он там дальше замутит. Виноградинка, опа. Защита с работой. Нам повезло, ребята. Иначе бы влетело бы нам тут по полной программе. Ну а теперь самое интересное. Тра-та-та-та-та, понеслась. Нормуль? Я считаю, что нормуль. А теперь уберем отсюда. Вот так вот. Красиво, да, красиво. Ну что, понеслась? 11 в лицо, как тебе? Неплохо, парень? Я вижу, тебе понравилось. Ну что же, дальше идем. Опачки, кто у тебя здесь? Ты гляди-ка. Оу. Еще и тут, в лицо мне даже, да? А, даже вот так вот.
Слушай, ведь это плохо. Ты ведь плохо делаешь. Понимаешь? Плохо поступаешь. 2 единички урона. 2 единички урона. Ну, я могу себе позволить вот так вот сделать. Это раз. Могу себе вот так вот позволить. Это 2. Поехали. Чё ты там задумался-то, парень? Да-да-да, я знаю, что тебе грустно. Ну, а что поделаешь? Стоп. Что у тебя там? Надеюсь, ты не убьешь? Нет, не убьет, ребят. Но кукурузу уничтожит. Так, ну что, 7 хп у тебя всего лишь осталось, парень. 7 хп. И 1 карта, да? Опа. Ты прикинь. Смотри, что с тобой мы делаем. Смотри внимательно. Раз. И 2. Норм я придумал. По-моему, норм. Поехали. Опа, ответочка незамедлительная. Ну и конец ему. Раз и 2. Тютелька в тютельку, друзья мои. Понимаешь? Ну согласись, хороший был бой. Так, ну что же, мы с тобой переходим на следующий ранг. На 20... какой там? 2-й, по-моему. А, нет, на 23-й. Плюс получаем гемы. 25 штук, по-моему, да? 25, отлично. Ну что, за кого теперь сыграем? За картошечку сыграли, давай попробуем за орех. С нашей супер-пупер колодой, опять же, собственного фасона. Полуотхил, полуфиг там. Короче, смотри. Сейчас увидишь. Ну, я же не могу, ребята, без экспериментов. Мне надо что-нибудь почудить. Вот тебе сейчас будет неплохой, как... Ох, ё-моё. Да ладно. Против Нептуси давно, ребята, давно не дрался. Так, это уберем с тобой. Да иди ты, ну что ты мне подсунул, а? Давай вот так, наверное, уберем. Это не та колода, по ходу дела, да? Это не та, на которую я рассчитывал. Нет, отхил вроде бы будет, хотя подожди. Не знаю, ребят, посмотрим. Пока тут далеко от какого-то либо хода. Орех 4, ну, ягода. О-о-о, авокадо. Да ладно, блин, серьезно, что ли? С водяных начал. С воды. Ну и что вот сейчас мне ставить? Ягоду могу влепить. Тут все-таки это колода на отхил, друзья мои. Курица. Давай вот так вот сделаем. Курица убежит же, да? Убежит. Так, он задумался. Мне никак не достать вот эту амфибию. Вообще никак и ничем. По-моему, у меня нету банановых бомб. Что он там делает? Зомби получает... Ого! Вот это зря. Вот это зря, ребятушки. Это я должен перебить. А каким образом? Воу-воу-воу. Слушай, что-то уж больно круто начал парень. Больно круто. Предположим, у нас с тобой есть это, да? Мы с тобой хильнемся. Или же лучше нам вот так вот сделать. Ну давай попробуем сделать так. Все равно у нас с тобой сработает защита. После куриного помета, так скажем. Этого уничтожим. Если он, конечно, там заклинание какое-нибудь не применит. Дальше будет следующим у нас. Либо мы делаем с тобой отхил. Плюс хиляется у нас орех с тобой, да? Плюс вот этот орех отхиливается. Либо выставлять вот этого. Орехи получают плюс 2. Что он там делает? Да, вот как он делает, ребят. Вот как он делает. Ну что же,
Посмотрим, куда эта курица переместится. Сюда, конечно же. А, сюда. Тьфу ты. Совсем забыл. Ну вот, смотри. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, нам нужно будет хильнуться. Неуязвимо сделаем, да? Окей. Так, орех выживет. Здесь выживем. Короче, нам придется с тобой сделать следующим образом. Сюда поставить авокадо. Вот так. Вот так вот меня устраивает. Поехали. Как раз и ягоду прокачаем себе, да? И что тут? Все зомби получают... Ага, плюс 2 к хп. Ладно. Получили мы с тобой, да? Звездюльку. Так, ну что? Да тут, в принципе, пока не надо ничего делать. Тут надо нам хиляться с тобой. И кого ты хочешь? Вот этого взять, да? В пример. Я понял. Это дело твое. Так, мне не хватает совсем чуть-чуть. Но хиляться в любом случае нам придется. Так, орехи, значит. Получает 2 единицы здоровья. Ну что, поехали. Делаем с тобой вот так. И вот так. Норм, норм. Так, смотрим, что он дальше будет делать. Так, смотрим. Все зомби получают плюс 1, плюс 1. Ладно. Так, живем пока, друзья мои. Пока живем. Этот еще выживет, да? Этот минус. И 4 в лицо получаем. Блин, что... Так, у него... Пора, ребята, да? Уничтожает растение из зомби, которое выше 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, придется... Придется, ребята, делать тогда так. Поехали. Ну, другого варианта не было, друзья мои. Тут у нас остается курица, да? Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Опа! Кто, ребятушки, мне достался? Ну что, поставим с тобой авокадо? Так, смотрим. Что у нас тут получится? Не забывай, что у него остались заклинания. Так, я понял, ничего он не стал делать. Угу. Так, замечательно. Да ладно, ты серьезно? Воу. Ух. А вот это, друзья мои, заявочка. Что же нам тогда с тобой здесь сделать? За каждого убитого, да, он, по-моему, будет. Да, ребят, за каждого убитого он будет что-то там получать. Я уже не помню, если честно, что. Сделаем с тобой так. Сделаем с тобой так и вот так. Блин, он же уничтожит его, верно? Верно. Он же сразу убивает или сколько? Или... Уничтожение при нанесении... Да, понятно, ребята. Бомбанет все-таки, да? Уничтожит сейчас его, смотри. Крышка. Походу все, ребята, мы доигрались.
Видишь, что творит? Да, тут, конечно, с этой акулой. Если бы у меня было бы что-нибудь такое, что может уничтожить акулу, конечно бы я воспользовался, но нету. Так что тут фейл. Да, подожди, что-то какая-то колода не та, ребята. Я хочу посмотреть. Так, сила перца, орех. А, тут вообще нет, значит она. А почему же она так сыграла? Фиговенькая эта колода. Не знаю. Давай посмотрим, что у нас против разгрома получится. Ну ладно, поехали. Смотри, что творит. Смотри, что вытворяет, а, парень. Что, тоже через акулу хочешь сыграть? Я не понял. Скорее всего, да. Так, что дальше? Шипы ставим? Или... Давай... Нет. Ничего не буду ставить. Пропущу ход. Сейчас будем с тобой ставить ягоду. Но опять же, он может ее убрать. Мою ягодку просто выкинуть. Ну, при этом потратить супер удар. Хочу посмотреть, есть он у него или нету. Да? А, нет, у него шар, оказывается. У него был шар. Так, ну что, ставим с тобой тогда орех. Поехали. Ох ты, орех в доспехах. Так, что он там будет влеплять сейчас? Я не знаю, ребят. Безумие. Я ведь перебью, парень. Я перебью тебе вот эту вот, вот этот ландшафт, уж поверь мне. Я тебе не дам здесь разгуливаться. Угу. Губишки раскатил. Нет, парень, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. И орех поставим. Один и три. Ради бога. Ага, вот так вот. Один орех уничтожишь, да, все-таки? Ну ладно, будь по-твоему, парень. Будь по-твоему. Так, ну что, сделаем с тобой вот таким вот образом. Опа. Надо было вот этот орех еще поставить. Ё-моё. Чё там безумие? Я тебя понял. Так, тебе крышка. Так, ладно, у нас эволюция, да, ведь есть? У нас с тобой есть эволюция ореховая. Так что я, наверное, сделаю вот так вот. И саму, соответственно, эволюцию. Давай вот так, наверное, сделаем. Хоба. Такой, наверное. О, а это что за нежданчик, да? А вот так вот, парень, это нежданчик называется. Ореховая эволюция, и ты с этим ничего не сделаешь. Да иди ты в пень. Ну и что? О, а карты-то у тебя есть? Нету, парень, у тебя карт. А у меня? А у меня все хорошо. А у меня все хорошо, у меня все отлично просто. Смотри, что дальше мы с тобой делаем. Вот так вот я выставляю фонарик сюда. А здесь ставлю неуязвимость. И что хочешь, то и делай с этим. Я боюсь, ты ничего не сделаешь, парень. Ну, только так, если. Ну и по ходу дела ты приплыл. А, ты восстанавливаешь здоровье себе. Ну ладно, хорошо. Поживешь еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть буквально поживешь, и все. О, друзья мои, ты посмотри, что у нас тут с вами есть. Да ладно, ты серьезно, что ли? А ты в курсе, что вот есть такая штука? Наверное, не в курсе, да? Ну, теперь будь в курсе. Да, друзья мои, орешек здесь сыграл хорошо. Но, опять же, повезло нам с тобой. С картами, с рукой, ну, все как полагается. Так, ну что, давай, наверное, еще один боечек с тобой сделаем, да? На дорожку. И будем, наверное, закругляться. Только сыграю я за зомби теперь.
Сыграем за зомби, за кого мы не играли давно. Давно мы не играли за бессмертию. Если честно, я даже не помню, какие тут у нее карты и что вообще у нас тут за колода. Ну что, попробуем сразиться, а? Давай попробуем. Кошатница, а что нам делает кошатница? Интересно, зачем она? Так, во время этого хода так, при использовании питомца. А питомцев-то у меня не так уж и много. Так что кошатницу, по ходу дела, придется убрать отсюда. Угу, кошатницу убрать. А что тогда взять? Хм. В принципе, колода вообще шикарная у нее. Ты посмотри. Вообще шикарная колода. Но вот сможем ли мы этой колодой выиграть, сейчас мы с тобой и посмотрим. Так, вот я все не знаю, я вот все в раздумье, кого взять-то лучше? Кого же все-таки взять нам лучше? Еще надо взять две карты. Можно взять бонусную атаку. Может быть, вот этого лучше возьмем, да? И... У нас есть, у нас даже горшочек с тобой есть. Так. Я просто в замешательстве, серьезно. Ландшафтов, наверное, нету, да? Нет, есть, здесь ландшафт. А, только лишь один. Но один-то это мало, поэтому давай, наверное, еще один возьмем. Все. Два ландшафта, вообще, по идее, должно быть как минимум три. А лучше даже четыре. Но, видишь, они должны быть разными. Одинаковые как-то не рекомендуется брать. Так, посмотрим, что нам с тобой сейчас достанется здесь против бессмертия. Я тоже, ребята, не особо ей умею играть, потому что практики нету. Ну и сам ты видишь, выбирая колоду просто на ходу. Опа. Слушай, в принципе, уже неплохо. Давай так, наверное, заменим. Рискуем. Бонг Чой против нас. Бонг Чой. Первого хода нет, второго нет, третий только ближайший. Опа, пенечек. Это к чему ты, парень, клонишь? Неужели с горохострелами связано все это дело у тебя, а? Пропускаем ход. Неужели горохострелы, а? В плане. Слушай, что-то не то. Что-то не то, ребятушки, здесь. Очень интересно. Но если я, предположим, сделаю вот так вот. Три энергии, да? Пропустим ход. Если что, ребята, я могу уничтожить пенек, если захочу. О, как. О, ты видел как? Действительно, на горохострелах, ребята, команда. Как пить дать на них? Еще два в лицо получаем с тобой. Вот ты какой жучар, ты посмотри на него, а? Довольный, светится прям. Ну что я могу сделать? Что я могу сделать? Я могу сделать вот так. К примеру. А дальше что? А дальше ничего, да? Все на доборах карт. Очень хорошо играет, да? Скажем так. Ну что, мы с тобой бомбанем, наверное, да? Уничтожим его. Поехали. Еще два в лицо, конечно, нам достанется. Так, а мы с тобой уничтожаем. Двигаемся дальше. Ну что, ребята, поехали. Я думаю, что орех не сможет пробить нас здесь. А если сможет, то в конце концов у нас будет свой вариант появиться еще кому-нибудь. Ах ты, жук ты навозный. Ты посмотри-ка, что у него есть, ребята. Огурец вшивый, а? Я тебя понял, парень. Я тебя прекрасно понял. Ну что же, будем с тобой как-то думать по поводу огурца. Нам нельзя, ребята, дать ему вот добор эти. Как ему нанести урон? Че это он два раза такой? Я что-то не врубился. Слышь, парень, может, хорош уже, а? Буянь-то здесь. На-ка, выкуси это для начала тебе. Пропускаем ход. Смотрим.
Огурец совсем припух, я смотрю. Что он там делает? А, меняешь. Ну ладно, меняй. Семейство халтурщиков тут появилось. Ну-ка, врежка им. Че, поехали? Так, ай-яй-яй, у него сейчас работает, блин, защита. Как не вовремя, блин. О, добор карты делает, хорошо. Блин, мы еще 4 в лесу, ну как 4? 2 только лишь, или вообще сработает защита? Все растения на земле получают минус 1, минус 1. Ну давай, фиксим. Пускай одну единичку урона мне нанесет. О как. Ну что мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Шмяк. Ну и пока хорош на этом. Пенек опять, ты посмотри, а. Че он с этим пнем-то все носится? Тут бонг-чой появился. Патиссон. Вот так вот, ребята. Патиссон. Этого уничтожат, естественно. Опа. Прекрасно. Внутри в лицо и добьет, скорее всего, да? А, нет, не добьет. Не добьет. А что мне толку? А что мне толку? Ну давай я вот так вот сделаю, наверное. Вот так вот, да? И пропустим ход. Ну тут фейл, друзья мои. Хотя, если этот бомбанет два разика. Два разика бомбанет, у нас с тобой должна будет сработать защита. Так ведь? По идее так. Ну что? Будем уничтожать этого или как? По идее будем. Поехали. Тыч. Нормуль, погнали. Так, два в лицо. Надеюсь, выдержим с тобой эти два удара последних. Так, раз. Выставляем. Да кого ж ты, кого ты, ты атаковать? Понятно. Он даже не успел атаковать, ребят. Так, вот здесь уже интересно начинается. Ну, давай я поставлю. Так. Вот таким вот образом. Ну-ка. Да, обстановочка, конечно, напряженная. Тут ничего не скажешь. Опачки. Что он там делает? Двойной удар. Твою же налево. Че, получается, что... Получается, что я его не смогу уничтожить. Пипец, ребята. Ну-ка, может быть, что... А что я тут получу? Нет. Ну ты посмотри, а. Трындец, короче, ребята. Ну не выйдет здесь ничего у меня. Все, он пробьет меня. 5 уничтожит этого, да, и 5 в лицо. Печалька, конечно. А, даже вот как. Даже вот так быстрее, ребят, получилось. У него. Ну, в любом случае, здесь бы тоже он нанес бы урон. Тыч. Ну что же, друзья мои, поиграли. Не сумели мы ничего здесь сделать, выиграть. Как ты понимаешь, ну ничего страшного. Еще раз повторяю, за бессмертию надо тренироваться играть. Ну а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.